Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас мы эволюционируем уже наших покемонов, да, давайте вот сначала Хорси эволюционируем, она уже два раза прокачивалась, но я отменял эволюцию. Вот, сейчас она прокачается, отлично. И сразу же, наверное, эволюционируем Чермиллиона, как бы, 4 уровня, да, осталось, и он будет у нас шайни. Ну, как бы он и сейчас у нас, да, но будет Shiny Charizard. Так, отлично, Сидра. Так, о, и сейчас, вот сюда. Так, отлично, давайте Мидорину прокачаем. Давай. Ну, давай. Мидоквин, или кто ты там будешь, Shiny. Да, отлично. Вот Сидра. И вот Мидок. Так, отлично. И сейчас давайте, ребята, Чермиллиона мы прокачаем, да? Шайни Чаризарда. Последний уровень. Отлично, давай, прокачивайся. Давай. Давай. Ух, красавец. Чаризард. Черный. Вот он. Офигеть. Ну вот это реально прикольный. Шайни. Да. Если будем покупать, ребята, еще одного шайни, то я так думаю, что мы все-таки купим Иви и прокачаем кого-то, да, в какую-то эволюцию. Так, сейчас, ребята, давайте мы вот это все поскладываем в сундуки. Так. Да, есть немного вещей, которые уже можно, в принципе, будет продать. Так. И... Да, в принципе, нормально уже так. Я так думаю. Ну, 100 алмазов я не знаю, хватит ли. Не знаю. Нужно будет все-таки попродавать. И если хватит, то, в принципе, мы сразу, наверное, же купим алтарь, я так думаю. Так. Да, так. Идем мы поскладываем вот этих покемонов компьютер, да. Ну, вот Чаризарда я не знаю. Шайни Чаризард, это уж реально офигенный покемон. Но давайте попробуем. Если он лагать не будет при полете, у него тоже есть анимация. Если он лагать не будет, то мы будем на нем летать. На Шайни Чаризарде. Ну, в принципе, я говорю, что иногда есть все-таки такие лаги, когда он так опускается, и ты не можешь его поднять, он бы как бы падает, да, как бы упал, потом резко опять небо поднимается и немного лагает. Ну, в принципе, сейчас не знаю. Так, этот, да, покемон, вот он где-то вот тут должен быть. Сейчас посмотрим. Нет, не ты. Вот, отлично. Вот он, ух, темно. Так, отлично. Так, идем мы вот сюда. Вот так. Не, ну, в принципе, я так думаю, он не лагает, поэтому можно, наверное, его на нем полетать. Через Арди. Я так думаю. Или все-таки на Пиджиоте. Давайте пока что на Пиджиоте, потом на Чаризарде. Я так думаю, да. Вот тебя поставим, тебя поставим. Чаризард как-то не хочется. Это все-таки Шайни Чаризард, мы его купили. Ладно, потом на нем полетаем, действительно. Сейчас на прокачку возьмем Нидоран Фемейл. Не, Нидоран Мейл, да. И вот тебя. И у нас опять нет покемонов на прокачку. Опять нужно ловить. Так, 3 коробки уже покемонов, офигеть. Ну, 3 ящика, или как это можно назвать.
Ладно, пойдем мы куда-то полетим. Или я думаю, можно может порыбачить на каких-то покемонов, может кто-то там вдруг попадется. Сейчас попробуем. О, сразу же? Нет, ты у нас есть? Давай, может еще кто-то? Ну? Чуть иногда сразу, а как бы клюет, да? Ты у нас тоже есть. Ух, это там кто? А, пикет. Так, ладно. Так, куда бы нам можно будет пойти сейчас, кого-то словить? Может, сюда куда-то? Ух, ты у нас тоже есть. Так, вот сюда, например. Вот сюда вверх. Я так думаю, да, может, кого-то там да найдем. Ну что ж, эволюционируешь? И эволюционируешь. Ловишься, нет? Гулдин, можно и так. А ладно, никого тут нету. Ну, как бы никто что-то не ловится. Так, ладно. Ну, действительно, пойдем. А, сейчас, может, сюда. Нет, тут никого. Пойдем мы вот... Вот сюда. Посмотрим, что тут. Ух, покемон босс. Вот он. Вот так. Он большой уровень, походу. Да. Ну такой. Не, ну в принципе нормально. Так, вещей, если что, можно и будет продать. Так. Есть тут кто-то, кого у нас нету. Ух, нифига себе, сколько вас тут. Что-то я реально никого не вижу толком. Тут кто-то. Поищем сейчас, в принципе. Сейчас я вообще никого не вижу. Ух, покемон босс, но он походу летающий или нет? Или он вообще в земле? А, нет, вот он. Отлично. Так. О, Нидоранмей уже эволюционирует. Давай. Давай, 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 давай. Отлично. Вот он. Так. Тут кто-то может будет, нет? Как будто что-то вообще никого нету. Или я просто не вижу. Не, в принципе, есть, да, но какие-то одинаковые покемоны. Воу-воу-воу. Чуть-чуть лау не. Да. Так, ладно.
А, куда бы нам пойти, ребята? Может, все-таки давайте полетаем немного? Или сейчас, секунду. Шани. Шани, 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 Шани. Кто-то. Охренеть, Шани люксы. Да, я не знаю, буду ли я тратить все ультраболы на него. Если нет, то если он сейчас не. А, давай еще один попробуем. Если нет, левел болл. Давай левел болл, да. Охренеть, Шани люксы. Так, это что еще за звуки? Охренеть, ребята. Сейчас, давай куда-то сюда пойдем. Так. Желтый. Он как бы синий, да, но Шани он желтый. Офигеть. Давайте, может, еще потыпехаемся. Вот он, да. Ща. Офигеть. Еще один Шайми, ребята. Люксел. Ладно, давайте так. Отлично, ребята. У нас просто куча уже Шайми, если честно. Капут, сколько их у нас уже. А ну давайте, может, еще потыпехаемся. Может, еще где-то заспавнится. Капут. Так, ребята, давайте опять куда-то тпхнемся. Может, еще, в принципе, кто-то заспавнится. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Не может быть, ребята. И еще один шайни. Ну, в принципе, я так думаю, такой уже у нас есть. Потому что он в земле как бы немного шайни покемонов. Три там типа или в земле только два покемона. Но суть в том, что еще один шайни. Да ну нафиг. Так, где он? Где он? Где он? Ребята, не называйте меня читером или еще что-то. Я просто-напросто вот так тпшусь, и если вот покемоны спавнятся, то как бы спавнятся, да? Охренеть. Да! Два шайни покемона сразу же. Там еще и покемон босс, если успеем туда тпхнуться. Охренеть. Да ты ловишься, нет, ладно, давай. Так. Офигеть, ребята. Ладно, давай мастербол все-таки. Ладно, пускай так и будет. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, где он у нас? Офигеть. Вот на этого покемона сейчас попади, да? Так, где он вообще? Охренеть, и как на него сейчас попасть? Охренеть! А, отлично. А то ты такой мелкий бегаешь, что... Ребята, два Шани покемона за одну серию. Ну, давай еще потыпехаемся. Вот так тпхается, да? Тпхаемся, и как бы шайни покемоны спавнятся, поэтому, ну как бы, не потому что мы тпхаемся, да, они как бы и так спавнятся, но... Так, давайте. Вдруг? Я думал, там опять кто-то в земле заспавнился, но... Так, ладно. Тут, в принципе, я никого не вижу.
Так. Тут никого. Ладно, это я так думаю, что, ну, в принципе, фиг его знает, может еще и заспавнится кто-то. Хотя бы давайте какого-то там покемона босса. О, отлично. Так, где он? Вот сейчас его найди. Где он может быть? Да где он? В земле? Ну, походу, думаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Вот он, отлично. Отлично. Ну, не ты. Там, вот там еще один есть. Вот. Так. Офигеть, ребята. Два шайни покемона. Два шайни покемона. Да. Ладно, давайте еще, может, потыпехаемся немного. Потыпехаемся, но в принципе. Может еще кто-то заспавнится, да? Да. О. Да ты ж... Ух. Лаги. Ах, ты ж твою ж. Где он был? Где-то вот тут? Да ты че прикалываешься? Да какая там высота? А, ну в принципе он уже пропал. О, вот этого у нас нету. Или это вторая его эволюция? Нет. Сейчас попробуем его словить. Там, кстати, вот еще один покемон босс. О, тут еще один. Спереди. Ну вот этот что-то вообще никак не ловится. Ладно, идем мы вот сюда. Где он? Вот он, отлично. Так. Вот сейчас с этим скиллом фиг. Словили мы его, да? Вроде да. Тем скиллом он чуть не попадает по нему, поэтому как-то фиг его знает, как вообще мы его не убьем походу. Тем скиллом он что-то как-то, а других скиллов толком и нету, ну как бы других покемонов. Да, ты его убьешь. Убежать? Нет. Попробуем хотя бы. Да. Да, вот твою. Вот сейчас иди сюда. Чем бы тебя...
Зараза. Так. Ладно, ребята, идем и домой. Два шайни покемона, ребята. Это вообще. Так, вот сейчас бы где... Вот он, где-то вот тут. Так, идем и вылечим наших покемонов. Офигеть, ребята. Люксио и Клефери, или как она там называется, два шайни покемона. Офигеть. Так, ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.